теперь мы видим, что дети доходят, что мы дойдем. Да и что вы? Зашел в кафешку, там тоже тепло, ты там тоже чай. Но, ты понимаешь, но ты не получаешь удовольствия от этого, такого, какого кайфа, в этом ты есть. Поэтому главное это не цель, а путь. И вот когда ты до этого доводишь, ты начинаешь смотреть на все по-другому. На все невзгоды. Вот знаешь, что делать? Допустим, вот дождик идет. Да ой, нет, дождик не пойду. Я потом, знаешь, я буду ждать более комфортных условий. Но комфортные условия, ну, допустим, вот проходят, они могут не наступить. А жизнь, она и состоит из этих вот, из дождя, из грязи, из слез, из боли, из усталости, из радости отдыха. Это все жизнь, это все путь.